Re, viss ēters ir te! Мэр Икшкелы заасфальтировал дорогу к своей отставке. Индули Страйпинь, шот Латвийской зеленой партии, руководил самоуправлением с 2009 года. Сегодня решение сместить его с должности принял министр среды и регионального развития Артур Стомс Плешс. Причина принята единолично Трапиншем. Решение, а также нецелесообразные и незаконные действия с имуществом самоуправления. Что стоит за этими формулировками, выясняла Анастасия Дьяконова. Риски коррупции, нецелесообразные и незаконные действия с имуществом самоуправления, превышение полномочий и самовольное принятие решений, идущие вразрез с интересами общества. Таковы претензии Министерства среды и регионального развития к ныне экс-мэру Индулесу Трапиншу, которые стоили ему должности. По сути, все претензии министерства сводятся к двум эпизодам. Руководитель самоуправления без рассмотрения вопроса на заседании Думы самовольно заключил договор об обновлении участка дороги, принадлежащей самоуправлению. Вот та самая дорога и мост через реку Маза-Югла, которые фигурируют в решении Министерства среды и регионального развития об отставке мэра Икшчела. По мнению министерства, этот мост был не просто отремонтирован, но и укреплен. А на дороге велись не только ремонтные, но и в целом строительные работы, для которых дополнительно нужны разрешения. Этих разрешений министерство не обнаружило. Также, по мнению экспертов ведомства, не был соблюден порядок публичной закупки. Руководитель самоуправления не тот человек, в чьих руках концентрируется власть. Он не царь и не монарх, чтобы ему действовать так, как захотелось. Мне очень нравится, что мне дает такую фону, да, что я могу все, один решаю, все... двигаю, да. Но, видите, так оно нет, к сожалению, наверное. Ну, с юмором, да. Теперь уже бывший мэр Икшчела объясняет. В Думу обратился предприниматель, фирма Ипошумы ЭГА, который хотел разрабатывать карьер в крае. А для этого нужно было бы обновить к нему дорогу. И весь процесс и расходы фирма взяла на себя, так как ей принадлежит завод по производству асфальта. Все, что министр говорил в своей пресс-конференции, да, что какие-то я сделал плохое, да, и затраты, ну, это неправда. Самоуправление и там ни цента не вложило, это все деньги предпринимателей. Совпадение или нет, но совсем недалеко от отремонтированной дороги находятся и принадлежащие семье бывшего мэра Трапинша владения. В фирме, которая отремонтировала дорогу, заявили, это действительно совпадение. К карьеру ехать можно через Туркалне. Здесь выходит 12 километров. Можем ехать через Тинуже, а здесь прямо выходит 3 километра. И по какой тогда дороге выходит ближе всего? Мне все равно, кто там рядом живет, Трапинш или кто-то еще. Для меня это самый короткий путь к моему карьеру. Второй эпизод, на который ссылается министерство в своем решении об отставке, касается продления контракта с компанией «Саукална-С». Она занимается разработкой другого карьера – «Кранцемс». Этот договор, по мнению министерства, был заключен единолично Трапиншем. А по мнению Трапинша, все было в рамках закона. Пока же экс-мэр Икшчела планирует продолжить работу в местной думе, заняв место депутата, а также собирается оспорить решение об отставке. Анастасия Дьяконова, Кришьянс Лейтис, Ингус Грауденш, Латвийское телевидение.